Продолжается прием заявок на конкурс «Айда на ТНВ», по итогам которого будут определены три победителя. Обладатели целевого гранта на обучение в КФУ, Высшей школы журналистики и медиакоммуникации по направлению журналистика, по профилю «Новые национальные медиа», мультимедийная журналистика с последующим трудоустройством в телекомпании. ТНВ впервые, вот на моей памяти вообще в истории медиаструктур в нашей стране, стал инициатором того, чтобы формировать, да, пока не очень большой, но все-таки уже последовательно из года в год заказ на своих будущих специалистов. 3 человека в прошлом году, сейчас через конкурс они отбирают очередную тройку претендентов на право учиться здесь. На грант могут претендовать не только учащиеся выпускных классов школ, но и выпускники средних специальных учебных заведений, носители татарского языка. Победители первого конкурса «Айда на ТНВ» уже учатся в КФУ. Я довольна своей учебой в Казанском федеральном университете. Здесь созданы все условия для реализации себя как журналиста, хорошего специалиста в будущем. Помимо теории мы занимаемся и практикой, посещаем различные мастер-классы, пресс-туры. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.